3, 2, 1. Ола! Бля! Ола! Вон тебе, смотри, сука, какие большие птицы. Вообще, роллеры. Смотри, смотри, пол бьют. Дело, Гиман, я не смотрю. Тут логотипы, вы еще все повсюду. А, все сперва поугарали, что ЧСВ. Это, слышь, еще вот сюда поднимись, смотри на него. Я не ЧСВ, это такой дизайн. На столе, фиг. Картина, стол, где еще логотипы странное есть? Ты как будто школьник, который нет. Только вот-вот набрал 150 подписчиков, ебать, знаешь? Я популярен. Данил, а можно мне, пожалуйста, бесплатную газировку? Нет, слышал. Конечно, можно. Мошенник, он поставил автомат в доме. $1. Нет, что-то попить, да, иди посмотри. А мне дадут доллар, который вы потратите? Я думаю, надеюсь, нет. Ну-ка, давай я покуплю. А ну купи, мне дадут деньги. Тут, наверное, поразговаривают. Я слышал, он вывалился. Минус доллар. Все, выгнал он. Ты даже купить мне не дал. Слушай, $50 заплатил. Мы, Данил, мы не влезем. Ты на мою хочешь поехать? Нормально. Спасибо за машину, контролер. А, ты меня повезешь на моей, ладно? Да, так уж и быть. Я Данил, себе водителя. Дядь Дим, да? Да ты куколдил за ней. Я подглядывал за ней. О, Данил! Да я тебе за что не плачу? Да, Квантумеш, все ясно. Ой-ой-ой. Димон. Аешки. Вот именно для этого я и покупал свой спорткар. Минус капот, отлично. Назови число от 1 до 15. Чудак, сразу что ли? Ой, как она плохо едет. Ой, как она плохо едет. Можно мне семью выгрузить отсюда? Тут какая-то там тут есть. Выкинуть все. Антон? Там кто-то в толчке сидит, я чувствую. Выгоняй Антона. Он через 2 часа только выкинет в толчке. Суммируйте ваши баллы. 45 плюс 30, это значит троечку сюда, 5 переносится, 75. Этот стол только раскладывает. Капец, тут чайник дох. Давай, я почти вырвался. Доехал. Дядь Дима едет дальше. Я как это, репортажи, знаешь, которые с погони ведут. Ага. О. Тачка разбитая. Дядь Дим, моя. Что-то у тебя машина совсем уже. Я их отстреливать начал собак. Блять, телефон звонит! Дядь Дим, что ты делаешь? Это ракетница. У меня патроны закончились, я по ним сигнальный хуял жил. Дядь Дим, рип, все. Все, пофиг, я умер специально, как будто. Так, все, еду. Слушай, они вроде внутрь банка... А, сука, заходят. Не, у меня не заходили. Меня так подождали любезно выхода. Извольте ограбить банк. Мы вас ждем снаружи. Господин, вы закончили? Ну тогда приступим. А ну-ка быстро ебало в пол! Число от 1 до 9. Ответ 2. Давай, Данил. У меня еще есть шансы догнать этого засранца. Уйди от моего транспортного средства. Все, блядь, бежим. У меня машину забрали. Отдай, пидоты. Твои шансы только что повысились, Данил. Ты вместе с ним заедешь. Все, остановись на стартовую линию, будем стартовать. Тебя захейтят за то, что ты издеваешься. Понял? Над инвалидами. У тебя колесо погнулось. У тебя теперь корч наоборот. Я называл, труда его. Остановитесь. Корч инвалидка. Квантумец, как дела? Хреново. Как дела? Как дела? Как твой двухколесный кадиллак? Ну такое. Это ти. Будь здоров. Пацаны, видите мою тачку. А кто четвертый за нами едет? Это бот. Это потом просто. Да вот тут спокойно, спокойно, да нет. Куда ты торопишься? Спрятались. А теперь закройте глаза. А ты спрятался? Да, иди ко мне сюда. Дима Каркар. Едет сюда, Данил. Что? Машинка. Никого здесь нет. С мигалочками. Нету здесь ничего. Да она там едет. Она там едет? Я припарковался. Кто еще из Black Star приедет? Как думаешь, заметит? Нет. Да я тебя не вижу даже. Где ты? Нихера, посмотри на этих спецназовцев. Блять. А, все, я скрылся. Я тоже скрылся. Блять, ты сука! Ты видел этих спецназовцев? У меня нет никого здесь. Они вот проехали видишь. Мимо. У меня не было никого здесь. Серьезно? Да, что за фигня? О, нифига мы модные, посмотри какие. Это что такое?
Это какая-то наводка? Мне кажется, потом будет ограбление в конце. Это персы. Мы только одну сумку из трех отдали? Ну, видимо, да. Мама, две остаются у нас. Плюс 50 тысяч, нормально. Поделили. Машина стоит миллион с полтора миллиона. Нет, кстати, слышь, этому, вон Тумту там сейчас обратно дали 160, а нам стоит по 50. Машину расхлестал за полтора миллиона. Ничего страшного. Тяу-тяу. Ну ладно, я на эти деньги себе новое лобовое стекло вставлю. У меня черный экран. Может быть, хватит. Дядь Миша, я не знаю, ты готов, дядь Миша? Ты загадки знаешь? Типа это, есть два стула и все такое. Да-да-да. Знаю. Типа. Я подготовился заранее. Да, все, главное, что ты подготовился. Казачку, слышь, не будем говорить, пускай его в петушатню определяют. Мы ютуберы, работающие в обход налоговой. Я подготовился заранее. А, полтора километра ехать. Вы где? Да почему? Выходим, выходим. Нас раньше выкидывало, а сейчас типа это. Не обязательно, видимо. С кем поедешь, Димон? Так, блядь. Есть две машины. На какую сядешь, Димон? Дядь Миш, с тобой обратно. Ого. Так, я не знаю, куда ехать еще. Эй, погодите, подождите. У тебя навигации нет? Нет. Тоже нет. У меня есть... А ты нас в команду пригласил, дружище? А, в организацию. Я ж в организации не пригласил вас. Какие-то миски проходят, а меня, слышь, бензин тратить заставляет. Партнеров. А если ты сейчас пригласишь? А как задание там скинуть? Никак. Мы бы сейчас за ноль бы поехали, бы ему помогали. Не стреляй, помогли бы ему. Лил Ди? Серьезно ли он? Лил Ди? Лил Ди, да. Кличку. Его же с такой крикухой на тюрьме, как бы... Не очень крикуха. А он загадки, наверное, хорошо отгадывает зато. Ну, это ему не поможет, мне кажется. Заезжай, заезжай, не бойся. Он сразу... Притон, панды, в притон, мы едем в притон? Сразу на петушиную хату его приезжает. Все, приехали. Ох, ебан. Пошли, только квантомест, доставай пушки, это банда. BMX, забирай BMX, забирай BMX. Парни, я же... Я же в минусе 4 не цепляю, что ты орешь на меня? Я уже себе новиночку забрал. Что он делает? Он куда-то пошел. Что он? Он ушел в сортир. В какой именно? Вот в этот деревянный зашел он. Тут нет сортиров. Вот, видишь, такая, что это, я не знаю, стоит клетка. А, в этот ебару зашел? Да. Могу и заминируем, иди оттуда. Погоди, он вернется? Ебать, там что-то происходит. Ага. А ты, Данил. Данил, плохая идея, по-моему. А вон он с другой стороны вышел. В смысле? За ним баба с дробашом вышла. Он переиграл меня и уничтожил. Он сел за машину. Он сел в машину. Ну, за руль, за руль, за руль он сел. А где наш Димон? Он пытается выехать. Димон, ты где, кстати, да? Димон. Посмотри, что он делает. Димон ушел куда-то. А зачем что он делает? Я вижу, там сзади машины. Я не понимаю, почему он меня за руль посадил. Да-да-да, он врезается в сваи, посмотри на него. Придурок, вообще просто. Где-то твои мины пиликают, я слышу. Данил! Да придурок, держи его, блин, сядьте в рему, следи, Лил Ди, блин. А, там этот столб, а ты не можешь. Да он меня убьет сейчас, нафиг, прикинь, полоумный. Нихрена он разгоняется просто совсем больше. Блин, Димон, тут проблема вообще, придурок взбесился, он встретил все, что движется. Он по мне шмаляет еще что ли? Надо! Охренеть, он сейчас разобьет твою тачку в высверст. Все, садись, садись, держи, садись, его, садись, садись. Садись, садись. Я не могу сесть. Серьезно? Да, попробуй ты. А сейчас я пойду убью там всех на улице. Он стесняется. Так я попробую его выкинуть. Не могу. Он давай. Странный какой-то. Я сейчас освобожу его. Давай, выпускай его. За ним поедем. Так, поехали. Спасибо, он не врезался. Нахрен! Еще бандосы приехали. Переговоры как-то не пошли. Блин. Он бандосы врезался мертвы. В стену. Он, он не, он не собирается ехать? Сейчас растолкаем его. Вот там он с областям сдастся, понял? А, садись к нему, садись к нему. Так он сдаваться собрался, а я садись к нему? Да-да-да. Нет? Не могу сесть к нему. Попробуй ты сесть. Сейчас попробую толкнуть его. Может это конец просто? Так и должно быть? Да я не знаю. Ну сядьте, крему следи. Нет, все еще сесть надо.
Димон, ты нам нужен. Игра там где-то на издевается над нами. Ты меня пригласи, сесть. Нет, я не могу сесть. Мы не можем к нему в тачку сесть. Алло! Тебе там как, нормально, травокур, или ты на опыте уже? Он бессмертный! Нет, 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 только не моя машина! Только не моя машина! Нет! Твоя машина. О, нет, не жопа, она. Он бессмертный. Стой, дай я попробую его дернуть. Просто в мясо я расстреливаю его бошку. Данил, отойди оттуда. На! Нам не удалось помочь, нам не удалось помочь. Подготовительная работа. Подготовительная работа, инсайдер. Пошел он в жопу. Последний раз такой в школе был. А кто меня повезет? Да, поехали. Садись ко мне, давай. Нет, дядь Миш, ты был в прошлый раз, теперь Амиго. Чередую, смотри. Закрою дверь за тобой. Спасибо. Ого, это сервис. Да, но мне прижало нахуй ногу. Я оторвало колено. Ну ничего, спасибо, дядь Миш. Тяу-тяу-тяу-тяу. Вот это сервис. Капец ты неблагодарный, дядь Дим. Да вообще. А я не понимаю, у меня снова нет тырым-пырым делает? Или это квантумец тырым-пырым совсем делает? Я еду ровно. Квантумец тырым-пырым делает, да. Ты меня рулишь. Рулишь как придурочный. Это Хасани, я кайфую тупо. Я Михаки кого-то убил нафиг. Мига. Я не умею Хасани. Слышь, у меня никаких проблем с доездом нет. Ты в меня впиздюхиваешься в попу. Ничего не правда. Еще один фанфик готов. На, я теперь тебе в попу въехал. О, какой ужас. А почему грузовик на автомобиле на светофоре стоит? Посмотрите на эту хрень. Авария! Авария! Ну, доминация! Там есть лестница. Ну это долго подниматься. Нет. Миха, ты куда поехал? За тобой. Что-то ты не очень за мной, я все видел по карте. У меня более оптимизированный маршрут. Ага, я понял. Через пустыни пробоины. У тебя там видеорегистратор медалист сидит. Да, я сижу. Ты куда-то не туда поехал, да? А, я понял, ты тоже оптимизировал путь. Мико просто победитель. Он носом ударил меня. А я так понимаю, ой, что? Сейчас... У меня здесь... Ты у нас появился сзади. Что с трафиком происходит? Что? Ты это видел, дядь Дим? Что там было? Машина посреди дороги висела в воздухе. У меня не было такого. Не надо, дядь Дим, нам звезду дадут. Майора.